Барту, поехали. Барту? На Барту. Сколько времени? Я думаю, надо написать перед стартом, чтобы бросали машины, потому что тормозит. Машина не влезает. Зато в квадрике влезает. В квадрик, там не важно куда. Рюкзак соседу. А что за задача? Зачистить кого порушен? Терису. Ростов, задача идти на миг. Клеш не взял, Ростов? Что? Боевые клеш не взял? Да, конечно. Все наши, все задачи. Черноснова мало, машин мне кажется. Курлык. 8 человек. У нас 9. Трое в эфрите. Сзади нас какой-нибудь есть? А Анжей уже забыли? А у кого такая забавная бандана? А с кем Анжей поедет? Я водитель фрита. А, понял. Вон они впереди. Найдете азиатку глазом? Да вот ты сидишь, тут палишь. Да ты в очках сидишь. Давайте на шепот, наверное, все вы. Я вообще-то уже говорил давно. Так, если че, за 12 метров 50 КамАЗ едет. Азимут на КамАЗ, азимут. Ноль, КамАЗ. Давайте походную песню запивайте. Курлык. Без походной песни, КамАЗ догоняет, аккуратно. Раша Визлав, Курлык. Все, мы теперь в конце будем не прием говорить, а Курлык. Кроме Голуба. Голуба говорит, ёпта. Курлык, ёпта. Нет, просто ёпта или Курлык. Тогда Голуба не надо отправлять на вышки, куда повыше. Я понял, все равно понял. Затрётся. И когда к голову будем обращаться, то гули-гули так. Смотри на врага, смотри. Не успокоюсь. Ладно, ты меня обижай. Да замолчи, все, мама, серьезно. Так, вот какого хера мы поехали в Ставрос, блин? Надо было по берегу ехать. Чё-то КамАЗ-то близко так с нами. Тут на нас орут, какого черта мы поехали в Ставрос. Стоп, задавишь! Что за наркоман? Чувак, тебя подвезти? Тормози, чувак! Чувак, тебя подвезти, чувак! Он убежал от нас. Чувак, не беги от нас, садись к нам. Все, хватит наркомании. К берегу давай, короче, к берегу сейчас. Вот, а сказать сразу, блин, нельзя было, что по берегу? Да, откуда я знаю? Ну, бас поганый. А чё за камикадзе на дорогу выскочил? Похоже, что это из СВС. Да, скорее всего, Лакруг вывалился просто из команды. Он контуженный такой, думает, что Лакруг, да? Происходит. А не, он, не хочет, он бежит в КамАЗ-бар. Слушай, а почему не ехать через Таврос? Ну, то есть, может объяснить? У них нету машин! У них нету машин, они сюда не добегут в жизни. Это как мы в стоит играем. А что, чтобы нас издалека было лучше видно, это не трясику. Я не понимаю, как я по своим точкам еду. Фиг знает, что там сонар наставил. Запуск! Опа! Что делать? Уезжай. Вот тебе и нет. У них обвал, а где? Да? А где? А где? А где? Откуда лав, запуск? Мы едем ближе к берегу. Кто выпрыгнул-то из машин? Не знаю, я на месте. Да все здесь. Да бежит пешком, если что. Даша, Дима. До конца миссии успеть. Паша, блин, куда мы приехали-то? В Парас уже? Я думал, не охори, блин. Думал, где нас выспали? Что за запуск? Что за запуск?
Место куда начать? Штаб нам высаживаться или дальше ехать на то? Не охори, не охори, едем дальше. Ставрочи был запуск по колонне. Блин, может свой был? Наркоманы же. Да мы уже проехали, мы. Сезон лау был, по нам попали, мне кажется. А по нам разве стреляли вообще? Ну по, кому-то по попали. По все. Вылетел. А их убили, нет? Нет, все нормально, еду за нами, два КамАЗа за нами еще. У них же НАТО, правильно, в обороне? Парни, высаживаемся, все. Мы уже на точке. Давайте, не рисковать. Блин, какие там сцены? Это он нам или кому? Да он свой, да он не... К воде, КамАЗ, к воде. Прям по воде езжай. Ну ты понял. Как по нашему тактику. Ну я понял. На тактику. Только меня лагает и такой галимый. Не знаю. Да, FPS проседает немного. Значит, возможно, враг где-то. Да что такие зал впервые выдал? Чё ты ж подыл? Камень! Чё за тварь? Да поздно уже, знаешь. Да. Так, мы в каталаке. Как, высаживаемся здесь? Ну где, мы уже в поляка. Нет, мы в каталаке. Нет, мы в каталаке. Нет, да, мы тут первое отделение. Чё, парни, здесь давайте высадимся. Высаживайтесь там, где все высадка была. Где все? Ну да, там бар. Давай, на метке FRL 3-1. Вася, Петя, Дима, пойду. В поляк поехал. У меня такие наркоманы в кузове сидят. Я расписываю. Сандер, справа. Что справа? Война. Ну я знаю, это стелсы на высоте воюют, у них там три отряда, они справятся. Мы двигаемся на цветочки. Голуб, у меня галлюцинация или все-таки у нас одна колесо выбита? Голуб, шифтуй! Заколебали вы, шифтуй, не шифтуй! Давайте подойду сначала, потом мы уже будем. Едем. Да, тебе здесь он не передохнул. Там сказали, я хум. Хум, что, вставай уже. Давай команде. Нет, мы будем высаживаться в чистом поле. Ты можешь, да. Вон, вертушку, вертухан нашли. Все. Высаживайся. Все, высаживайся. Так, мы в поляк. Ебать, тут КамАЗов высадилось. Метка кто? Прям вторая мировая, блин. Парни, за мной двигаемся на 220. ГП. Да. Куда двигаемся, 220? Переходим дорогу, на 180. Идем пока на 180. Денис, не забывай про усталость. Да я помню. Пока обходим это поле боя. Не осмотрим пока окрестности. Бля, Александр, где? А ты из последнего азимут движения какой был? 108. Юг, 108. Так, парни, встречаемся на выставке РМС. Это восток город. Шинрал, не уходи далеко. Давай вперед пойдем. Да, нет. Лучше с другой стороны обходить.
Давай в очередь зайти зеленку и выйдем на стройку и со стройки атакуем. А восклицательный знак мне лом стоит. Да там восклицательный знак стоит. Санар, ты в курсе, что мы самые первые идем? Да, я знаю, просто вот тут низинка, мы тут будем. Давай к солнечным, а к солнечным вдоль дороги тогда, ладно, фиг с этим. Санар, мы идем через точку. Да, хорошо. Мы на метке 3 человека, Санар. Все, двигаемся дальше? Да, двигаемся за Ростовом, за Голубом. Растянитесь чуть, вы очень плотно идёт. Пригнитесь. Ростов, прыг. Через кусты идем и укрытие прочее, особо не палите, что. Кустарничек справа. Метка на карте. Это вот тот лес, да, который отсюда видит? Ну да. Где метка врага, Азимов 160? По вам РПГ. По вам РПГ. Вот он. На горы сейчас работает, смотри, на 220. Кто не погиб? Кто это убили? Убили. Вагрант. Просто убили. Медбаг здесь. Медбаг здесь. Все, идем за. Там он, скорее всего, не один был, ребят. Да, там еще один остался. На 220 на прицеле, Гору. Раненый есть? Вроде нет, голубь, короче, надо менять по этот. Что делаем-то? Так, пока все в кустах ложимся, все в кустах. У нас на 160, по-моему, низинка с кустами. Новая метка ФРВЛ 3.1, вот здесь вот пока прячем. Голубь не проверил. Не знаю, откуда это могло прилететь, но... Вижу. Написано метка пехи, запуск ПТ. Голубь на 274, посмотри. Упал. Все, сняли? Пехи там сейчас бегают. Где? 274, на холме. Азимут 270. А кто у нас поедет? Это НАТО. Санар, там же около трупа, где ПТшник. Еще один вылез. 255. Атеист, у нас потери. Сейчас будет вылазить, он дым кинул. У кого потери? У нас. 200, ангар на 200. Большую сад. Судя по всему, Шенрал.
Рацию забери. И оптику, если есть. Забрал дальномер. Рацию забрал. Азимут, движение наше. 200. Ориентир белый сахар. Шенган. Принял. Возможен враг. Точно еще остался враг, не уничтожен. Туда уже продвигаются наши три отряда, так что через минут 5 там уже все чисто. На 160 вес тоже там враг был помечен. На 160. Да. На метку стоял. Раз этот, ты гол впереди нашел. Парни, вы вперед слишком не убегайте, потому что вы, получается, первые идете, а остальные там все, видите, обходят сильно по дуге. Сейчас, сейчас на точку 1 перейдем, там засядем пока. А ты есть, сильно отстаю. Перед нами стрельба. На 210. Забегаем. Тангент. А кто уже у забора сидит? У белого дома кто у забора? Около стрельбы. На западе от нас. Встречаемся на нашей точке. МХ стреляет впереди где-то. На 200, на 220. Так, уже это пора же просматривается, город просматривается. Парни, все в ангар. Еще там один. Евген туда подходит. Голуб, кто около тебя? РБНов, кто-то из РБНов. Понял, ладно. Здесь за стенку здесь прячется. Отлично, продолжаем двигаться к ангару. Да, да, да. На западе от меня в лесочке видим какое-то движение было. Маршал расстрелял. Здесь нет маршалов. Ты будешь в другом месте. Мы ехали там вообще с улицы. Пал сюда за стенку, блядь. Сидим пока все на своих. Больше всего лес напрягает. Сейчас вали, валите отсюда, блин. Голубь к тебе подхожу. Там так, где? В окнах пока никого не вижу.
он сильно улез нас на... Спустись вниз. Пока в ангаре укрепляемся. Мы сейчас вместе в ТФ зайдем в этот лесок. Может быть, вот. Сонар, ты где? Я на метке J1-3. Видишь точки? Напрямую пойдем прям? Ну. Как мы идем, я слышал стрельбу. У нас сзади, в бахмой идем. Стреляют оса и вот их. Просто оса. Так, все пришли к этому, к ангару. Ростов. Рядом с нами проход. Кто вот с пулеметом и с оптикой вылазит? Ты куда вылазишь? Я с 300. С 300 проходят свои. Ты с юга простреливаешь, куда ты встал? Парни, огонь сейчас. Красный трещера пулемет. Парни, стреляют, скорее всего, с тех высот незачищенных. То не суть с ней спиной. Ростов же. Да. Залегте под кого. Блин, Ваграм, иди, ушел. А ты из 240 откуда-то стреляешь? Да я знаю. Я же 230 скорее. Пошли бы через грушников и не парились. Так, парни, все сейчас идем через этот... Через батарею. Все, начинаем движение. Азимут 108. Саннер, на том холме метка 2-3-4. Голубь не бей. Чего там говорили? Там 3-4 пехотинца, видишь, где взрывы? Да, я знаю, тут должны быть и... Парни, идем через батареи и через кусты. Еще там пошел. Под огнем! Голубь минус! Сейчас... Откуда? С города! Голубь минус! Живот. Сейчас не живой буду. Вкатывайтесь в укрытие, отходите назад. Блин, Сеннер, у тебя... Дистанцию дайте до дома. Не знаю. 190. Дистанцию до дома на 190, дай. Дымы кинуло. У кого-то должен быть дальнометр. Замполит. Да, только я не вижу этого. Отходи под дымами, ползи. Понял, дай метку до какого дома. Уходите в укрытие, все на северную сторону. Есть коричневая метка на доме. Парни, я еще раз повторю, вы прошли впереди всех, поэтому не идите пока вперед. Попробуй сейчас дать. Понял, меток нету. Как принял? Ты не с нами в группе, что ли? Нет. Кто куда убегает? Блин, вы что, сидите за этим сараем? Кто убегает? Есть коричневая метка, Ростов. Одноэтажный дом? Ставьтесь просто надо красную ставить и все. До двухэтажного 600. 370 метров, понял, вот, как принял. Вот 350-370. Погодь, давай. Есть попадание? Да. Медик. Кому медик? Ты. Где? Сейчас поставлю. А ты из тебя домов закинуть туда? Нет. Метка стоит, а кто? А
Атеист, давай слева обойдем эти солнечные. Вижу тебя. Там надо не слева, там надо вообще это... Я понял, вижу, какая задача? Вижу движение в бурле. Командир, задача какая? 200 ровно, между домами движение. Пока. Задача позиции удерживать пока, свои. Как приняли? Да приняли, что в городе враг. Ростов занимает дом рядом с ставленным. Всем пока, укрытие. На лес подъят. Че там, парни, огонь жесткий пока, да? Коридоров никаких нет. Да уже потеряли, все. Уже людей потеряли и по ходу времени. Гранд. Где был раз? ГП. Уйди. На 100-160. 150. Чё за дымы у нас пошли? В лесочке враг, что ли? Кто-то чё за стрел? Игорь, ты жив? В лесочке враг, да, жив. Есть лесу враг, да? Не Палп наблюдаю, живу? Не наблюдаю. В лесу свои, свои, ВТФ, отряд. Палп жив. Жив. Не, ВТФ, не в другом лесу, на 160, который от вас и от нас. На 160 противника не наблюдаю. С моей стороны есть возможность пройти в город. Где твоя метка? Стоит. Вон он. Мы уже, грубо говоря, там говорят вообще через север не пройти в город. Я иду к Ростову тоже. А Ростов по тебе же вроде. По мне никто не стрелял. Тебя ГПшит. ГПшит, ГПшит. Твою сторону. Просто они не долетают. Евгену Ростова. Дом чистый. Пока там, в окно не вылазьте, в окно не вылазьте, контролируйте. Там со стороны стройки кидали гранаты. Чё-то дымы какие-то полетели в ваш штор. ГПшки, ГПшки летят. Да, я да, вижу, да, вижу, в вашу сторону вижу, ГП вижу. Летят. Только почему? Дымовые, походу, чуваки облажают. К вам сзади подходят Джей, ребята, аккуратненько. А ты что делаешь? Пока ничего. Ребят, Джей бегут справа. Мы захлебнул. Справа от солнечных по дороге. Хрень, пусть бегут. Наблюдаю, снайпер есть, враг на горе. Азимут. За даю метку точно. Метка актуальна. За городом. И... За городом горка. Понятно, ну это далеко. Говорю, у меня за... Да, я же. Они что-то там... Отработал, знаю, отработал пеха в городе, остался без снаряда. Все, ты поступил? Да. ГРУ наблюдает движение в лесу, в лесу. На метке ГРУ наблюдает движение. Там свои, один... свои. Один живой без ДВ. Слушай, ты, может быть, мы этот лес займем, ГРУ? Только они там сейчас легли, и ты думаешь, мы туда... Так легли они, не там легли они, дают. С метки Ростов можно спокойно пройти на восклицательный знак на стройке. Как приняли? Женя, ты где, далеко? Я в доме. Выходи из дома, что там. Прикольно, может.
еще ждем? Атеист на связи. О, ты убит. Да. Что там, потише стало у вас? Да ничего не потише, они все позиционные заняты. Ползи вперед, Игорь. Сейчас я дым туда. А зачем дым? Ты что-то... Женя, а ты стреляешь или нет? Нет, нет, по тебе огонь. С леса. С той горы, где... С снайпер. Леса? Ну, с той горы, где ты снайпер метку поставил. Да, проходить лучше, наверное, через ГРУ, ребят. Мне тоже так кажется. Здесь вообще что все еще открыто. Раз? Там все открыто, вот через ГРУ, через... Через метку ГРУ, через Ростова метку. Ну, я изначально так хотел, КС сказал. Да, давайте через ГРУ, нормально, нормально, все правильно. Тут других так, вариантов уходим вообще. На север, уходим на север все, делаем крюк через север. То, в принципе, через домик Ростова можно пробежать нормально, закрыт. Да, да. Его уже обстреливают. Они уже бегут так. Уже пробежали практически. Норм, норм, пройти можно. Если дым, как я, кинуть, можно спокойно пройти. Три дымовые. Дым прыгнуть. И все. Женя, ты где? Я пошел на метку ГРУ обходить. Я на эти, как его, брошу дым на батарейке, пускай отвлекаются на него. Ок. Ну, бросил. Смысл. Бэл, ты там жив? Да, я за тобой. Двигаюсь на зиму 140 к лесу. Север обходите, то есть. Да-да. Анжей, как там у тебя? Там у тебя грушники прошли, по идее, все чисто. Вот там. Грушник один остался. Грушники все сдохли. У меня они, по-моему, не там сдохли. Со мной двое идут. РБН на 2. Короче, кто со мной на 140 до ангара. Так, я в лес добежал до леса. Закрепление. В лесу свои есть тоже? Да, там я в лесу. Грушник должен быть. Я в лесу был. Красные нас помечают, нас помечают. Короче, со станции, с тыла у нас помечают, где мы были, на электростанции. Не с тыла, из города. Вы метку поставили, что мы туда идем? Из города Ростовска мы были. Уходите с этого лесочки на север. На северную часть. Стелсы, барсы, СВ, они там думают двигаться, Саня? Они передвигаются. А вот смотри, уже, они уже в 400-500 метрах от города. Что? По-хорошему этот лес надо зачистить. В лесу свои. Нет. В лесу свои. Не надо. Зачищать не надо, потому что опять сейчас мы будем зачищать на всех к черту перестать. Азимут. Азимут движение. Пока в лес закрепляй. Канжуй. Не лезь.
Иван же жив? Да. Чего там, на окраине? Нет, уже прохожу к стройкам. Принял. Тоже начинаю нажим. Соответственно, мы проходим эту лесополосу и двигаемся к следующему. Игорь, по тебе? Нет, Павлик по станции. Привет, работает. Мы на стройке. Метка занимаем гру. Стройку. Ставьте. Я в ворот захожу. Все, ставьте метку в молчание. Грушник живой на стройке лежит. Анжи, дальномер. Не, я у грушника на стройке здесь сижу. Спроси дальномер, есть дистанцию от дома до города? Вы смотрите по сторонам там. По лампуст, Анжи. Анжи, по лампуст был. Я видел, прямо над головой у меня пролетело. Еще. Еще пуст. Застройки слез. Анжи жив? Да. Застройки слез. Да, метку. Нормально. Еще пуск. Еще пуск. Дайте метку. Анжи жив. Нихуя себе. Да. Она прям мне в ноги упала. Лес, аккуратнее смотрите. Анжи, откуда работали? Стройка, видишь, вот там вот дальше стройка, по-моему, с нее стреляли. На... Вижу стройку, никого там не наблюдаю. Стреляли с леса, там под меткой вверх. А, с моей метки, все, принял. А дистанцию дать кто-нибудь может? Да, на карту открой. Еще пуск. Она пуск, Анжи, по тебе пуск. А, появился, знаете, аккуратно. Сидеть, короче, не вылазьте, вообще закон в окна не высовывай. Пуски с леса. Пуск с 220. Я боюсь квад. Кладбище зачистить обязательно. А то есть нужно на юг продвигаться, через гору заходить в город. Как принял? Через что? На юг от стройки идти, зачищать гору. Как принял? Разрешил. Нет, гора тебе не надо. Мы не зайдем в город. Просто вижу движение в лесу. Можно работать по лесу? По лесу? По какому? По нашему? Нет, по вражескому. Вижу пехоту вражескую. Давай. Дай азиму. В лес. 240. 24. Вот, просираю. Пехота вверх уходит, нахуй. Дистанция от нас, Игран, 300 метров. О, 620 метров. Не может быть. Да, Ростов, ты он не там. Подальше просто находит. Пехоту с горы прогнали. Оп, работает с горы, опять с горы. Нет, с горы. Откуда прям? Да с горы. Даю азимут. Азимут 235. Накрываем под подавление. Все, прекрати, там он, по-моему, пофиг. Не, обойму надо. Где взрыв? Багран, где взрыв?
нас, у нас стреляют. Кто? Ай-яй-яй. Под огнем. Откуда? Откуда ты? Метку. С горы, с горы. Сидит. Ну за углом, все, минус Артур, уходим, отходим, отходим, отходим. Огонь пулеметный, 235. А ты жив? Кто лутает-то, блин? Что творишь-то? Он только что... Вижу метку, расплох Миранджи. Больше меток не вижу. А, вы умерли все. Ребята, 233. А мне убили, говорили, под огнем, под огнем. Вражеский пулеметчик, 233. Метку дай. 230. Ориентир, где? Добег, блин, у них там вся гора. Вижу, вижу много их там. Их там дохренища просто. Есть пуск, смотрите, где разрыв, там много пехоты. Прямо в разрыве. Подтверждаю. Атеист в канал. Канает. Метку на себя. Да никак не могу. Значит, ты вот что творишь? Да что я творю? Я вообще на стройке сижу. А, блин, почему я наводил на тебя, ой, на чувака? Справа, справа от этого еще пехота бегает. Убежали вправо. Анджи, ты его лутал, что ли? Да. Зачем, блин? Тебе перед ним... Ой, перед тобой его убили, ты его лутать начал. Молодец. Слева от взрыва, 30 метров слева от взрыва пехота. Помечаю, да, помечаю. Кто работает? Пулемет. Пулемет правее и выше 50. Пулемет правее и выше 50. ЗРНЗ просто выстрелить нормально. Я по пехоте работаю напрямую. Которую вижу. Правее, правее еще, Вагрант. Вагрант в лесу правее, залег. Вон они бегают. А ты где ты хоть примерно находишь? Ну, кто? Это, в углу территория. Да. Метку на медик. Как пальчик надо? Да я бегу к вам, блядь, метку себя поставьте. Ростов, метка Ростов, сейчас ставлю Ростов. Сейчас сдохну, сейчас сдохну. Вижу еще пехот. Вагран, ты можешь подойти ко мне? Куда? Левее. Вижу, стой, позиция, стой, понимаю, я отсюда их вижу. Замполит, метка Ростов. Я мэтбага сейчас лечу, готов остальных полечить. Нет, замполит. Нет, просто вот видишь? Да, наблюдаю. Сейчас подойду, прикрой. Дай. Так, Анжи. Где Ростов? За бочкой, за бочкой. Я тебя ГПшит жестко. За бочкой стою на первом этаже. Аккуратно, не выходи туда только. Танер, ты куда убежишь? Лечу. Танер. А ты жив? Нет, его убили. Кому еще нужен медик? Нет, нет, все нормально. У кого боеприпасы для Зафира? Вагрант. Дымы есть у кого-нибудь, ребят? У меня. Дымы есть? Есть. У меня одна. Подойти на выход, а спуститься на выход забором. Тебе за... Нужно дымить про вас. Сейчас под дыку забросаю вас дымами. 80? Положи. 280, 280, второй там выход. Вагран, давай за мной, я пошел. Подожди, а дальше. Куда стрельба, Игорь, куда пошел? Дым кинь, дым кинь. Сейчас прибежит, кинут дым тебе.
куда мы двигаемся хоть? Старый. Я пошел, дым едет. Я тут, я жив. Там трассера прям нас летели спереди. Вы отходите? Надо. Ростов перед прошел, Лагран пошел, Лагран пошел. Дым. На белые дымы идем? Так точно, прорываемся в камыши, камыши. Давайте, дымы есть, работаем, идем. Я вас прикрываю. Евген уже здесь. Погран, потом не пройдешь, я сказал, проходи. А вам ГПшка, ты жив? Ростов жив, проходи. Это нихуя не ГПшка, это, блядь, ракета мне в лоб залезла. Под огнем. Подходи. Ростов, устройки, обновляем. Любой дом. Давай под дымами. Если враг сидит, херачит с РПГ. Замполит ранен. Замполит жив? Жив. Как, кто-нибудь прошел под дымами? Евгений прошел. Прошел. Прорываемся дальше, к стройке. Дальше, да? Раненые есть? По стройке с РПГ фигачит, ребят. А на стройке никого нет уже. Вагран, тебя ждать? Нет. Проходим нет. Дальше, стройка. Не... Евгений. Дальше, дальше, двигаемся. Евген, а ты жив вообще? Евген жив. А ты если... Ребята, я на метке Ростов, прошел следующую стройку. Где вы есть? Идем. Я взял командование связь, приказываю вам пробираться к следующей стройке, метку Ростов. Давайте, давайте, парни, мы уже на юге заняли человек 10, весь юг. И сейчас еще стелс с запада подходит. Замполит с Евгеном на стройке. Замполит с Евгеном на первой стройке. Готов. Следующую да. Проходите. Вы так замполит. Крой Евген, гору, прикрой. Крой гору, давай. Евген, замполит на второй стройке. Отлично, давай с правой стороны не простреливай. Нужны пока... патроны. Замполит, за мной контейнером, за мной контейнером. Замполит, следующий контейнер, Азиму 280, я пошел. С леса вас все еще бьют, с леса. Жив? Жив, жив. Ростов, пиздец, хуярят. Нужны патроны, елки-палки. Ростов жив, ранен, замполит, нужна медицинская помощь. Понял, прикрой, прикрой, сейчас. Стой, стой, перевязывай, стой. Пулемет кроет, пулемет кроет, ты мы сейчас. Отлично, ожидай. Ребята, где поддержка? Кто жив? Евген жив. Проходи к нам, Женя, по стройкам, по контейнерам. Я всё, вас пошёл. Прикрываю сверху. Замполит, пошел. Сейчас, сейчас, дым, подожди, дым должен расстелить. Все, пошел, 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 пошел. Куст жив. На метке. Добежал. Ростов, где-то перевяжу. Следующий контейнер. Проходи, проходи. Заходим. Проходи. Я через дымы прохожу. Минус один. Метка актуальна, все продвигаемся, Женя. Я рядом с тобой, Игорь. Лежу, отдыхаю. Задача уйти Погран. Из-под обстрела с горы. Задача уйти из-под обстрела. Ближе к городу все. Побежим. Вагран, Ростов, кто еще жив? Евгений. Куст. Подожди. Жив. По нам огонь. С горы. Ростов. Принял. Иди, зашел в дом. Замполит, я в доме. Давай, проходи. Здесь мертвая зона. Как принял? Не принял. По мне пальба. Пальба, пальба, повторяю. Пальба. Сейчас ставлю дым. Ставлю.
Даю метку, где? Борьба со 140. Нужно прикрытие. Игорь, ты работаешь? Никак нет. Бэк работает. Поставил дым, поставил дым, нужно проходить. Я бегу. Разломы стены на 160. Метка Ростов актуальна. Давай, давай, запалить налево, налево, к дому, налево через дорогу. Давай, 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 пошел, 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 пошел. Давай, 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 уходим с дороги, уходим с дороги. Все сюда, Женя, заходи. Все, начинаем. Да, так точно. Начинаем зачистку города. Кто работает? Домик, 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 двухэтажный домик, противник. В каком доме? Двухэтажном, азимут, блять, 208, запад, запад, двухэтажный дом. Не смотрят наверх. А почему мне пишут, что я только одного убил, хотя я четко троих положил? Это... Кто тебя убил, пишет?